Ребят, всем привет! Я сегодня выехал на свой сенокос на заброшенном поле, где 20 лет ничего не косилось. И просто был в шоке, ребят. Приехал на сенокос, а попал на заготовку дров на зиму. Сено — это просто, я не знаю, как сказать, ну хворост. Борщевик, иван-чай и все, что с прошлого года не сгнило. Миллион. Но не алых роз, а муравейников. Причем огромные такие. Ну, пытаюсь сносить эти муравейники на край поля, потому что иначе это будет граблями грестись, а потом пытаться запрыгнуть в пресс-подборщик, ломая иглы и все остальное. И сам пресс-подборщик, естественно. Ну, ребят, тяжело — это не те слова, конечно. Тут просто ад. Ехал с косилкой практически на первой скорости, потому что иначе, ну, трудно. Муравейник через каждый метр. Косилка справляется, если между барабанами пропускать муравейник, он вообще пролетает классно. Но начинаются не прокосы, вот эти петухи торчат, которые мне все время говорите, вот, скосил плохо. Ну, подкосил, в общем, часть поля. Такие маленькие заезды между деревьями сделал, где трава более-менее такая приятная. Честно говоря, вот себе уже сено заготовили на наших 4 коров, но хотелось немножко подзаработать, подхалтурить. Техника-то есть, напрессовать рулончики, продать по зиме. Но вот это продавать, это исток себе оставить и еще из этого выбирать. Ну, что сказать. Так что, ребят, еду сейчас домой, уже вечер. Завтра еще раз косилку повешу, еще тут подкошу кусочки, ну, чтобы побольше собрать, чтобы сюда не ради 50 рулончиков сена приезжать. Так что буду держать вас в курсе событий. Всем привет! В небесах высоко, ярко солнце светит, да чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грянет гром в середине лета, неприятность эту мы переживем, неприятность эту мы переживем. Так, ребят, доброе утро. Приехал волковать сено. Сегодня будет трудный день. Будем прессовать, вывозить сено. И посмотрите, какой лайфхак хочу вам рассказать я. Ой, посмотрите, как делают волки. У кого такой же пресс-подборщик, как у меня, идеальные волки. А хитрость такая, ее рассказал мне мой подписчик. Огромная благодарность ему. Ну и смотрите, какая ситуация. Рама у нас стоит в режиме ворошения. А вот эти полурамы с колесами я перевернул как под волкование. И что у нас получается? Два колеса волкует здесь волок. И два колеса волкует здесь волок. То есть получаем как раз вот те узенькие тоненькие волки под наш пресс-подборщик. Закат. Я устал. Ребят, накатал рулонов 200. Много оставил, конечно. Можно было бы еще что-то добрать. Ну, все уже, времени нету. А завтра обещают дождь. Не знаю, если будет завтра хорошая погода, вроде и не скажешь, что дождик собирается. Небо-то голубое, все. Сено, честно сказать, не скажу, что слишком и плохое, как я говорил. То есть, если посмотреть... Ну, коричневатая, конечно, но, в принципе, вот у нас и зелень есть мягкая. Неплохо. В общем, напрессовался. Ну, 200 точно рулону сделал. Выехал в 2 часа. Ну, много иван-чая вот этого, который, как бы, и по сути, и не нужен. Летит пыль, я черный. Ой. Вот такие рулоны. Как овечка. Вообще, этот сенокос у меня прошел благодаря моим крутым доработкам этого пресс-подборщика. Ребята
у кого такой же пресс-подборщик, заходите на мое видео, которое вот здесь в углу сейчас появится, и посмотрите, как его доработать, потому что я остался супер-мега доволен. Он у меня никогда в жизни так не работал. Красота. Ну, это видео увидите, кому нужно. В общем, доволен очень. Ничего у меня не скачет, цепь не рвет. Веревка вся нормально раскручивалась. Так, вроде как второго укоса мы не дождемся в этом году, там на других полях. И у нас там остался буквально 10 соток овса с клевером. Но это уже в следующей серии, и это уже, наверное, будет последний сенокос. Устал. Ну, тракторок красава. На самом деле, вот самый большой расход у него, это с роторной косилкой. То, что пресс-подборщик, там прицеп рулоны возишь, грабли, вообще не чувствует. Ну, то есть... Я там доливаю литр, а у меня уже бак полный. То есть уходит вообще по минимуму. И тут где-то, я не знаю, уходит, ну, грамм 300-500 в час солярки. Вернее, это я бензин вроде сказал. Ну, это ладно. Видите, все в пыли. Поле из этих муравейников, земля вот постоянно лезет в пресс-подборщик, пытается мне пружины все это вгнуть. Все, слов нету. Я говорю, я очень устал, ребята. Но доволен. Остался. Все, еду домой. Мне нужно сейчас прицеп. И если тут 200 рулонов, это минимум 4 прицепа. Все, пресс-подборщик у меня в транспортном положении. Вот так кардан сюда кладу. Очень удобно. Все у меня поднимается. Тут зафиксировал подборщик, чтобы спицы, чтобы спицы наоборот поднялись. Вот видите, обломала спицу мне одну вот здесь. Там он загнуто. Так, уже следующий день. Дождик вот-вот-вот собирается. Вывожу последний прицеп. Ну, еще там осталось 10 рулонов, но это ерунда. Ну, просто уже не влезает. Надо, конечно, было бы скинуть. Ай, ну, ладно, один раз увезу. Получилось 60 рулонов. Это где-то 900 килограмм, практически тонна. Ну, по-моему, отлично. Если смотреть на моего соседа, то он на куне вообще по одному рулону возит через все поле и вообще не обламывается. Но это, конечно, не пример. Но ладно, что, двигаем. Доедем, не доедем. Выглядит мощно. Say my name, no one is around you. Say baby, I love you, you went running. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, why the sudden? Вот такая горка получилась. 21 рулон. Сейчас я почитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 рулон умножить на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Вот так за полдня работы, можно сказать. Выехал в обед. И вот до вечера напрессовал еще вывести. Что-то получилось, что-то довожу сейчас. Хотел с тачпленкой понизу обтянуть. Не хватило. Сейчас будем что-то думать. Ну, пленку, видимо, какую-то под этот баннер понизу, чтобы эти... Ну, чтобы вода на эти два рулона не... После дождя не скатывалась. Вот три рулона осталось, и на поле еще 10. Поеду быстро заберу, пока дождь не грянул. Ой, ребят, ну вот, в однёху. Не могу посчитать 21 на 8 сейчас в уме. Просто уже это... Башка кипит. Ну, короче, вот за полдня. А, ну 21 на 8 умножить... Плюс тут 3, плюс там штук 10. Ну, как-то так. Вот циферка, которая получилась. Все, ребят. Хаю-хай. Say my name, say my name. If no one is around you, say baby, I love you. If you went running, say my name, say my name.
You acting kinda shady and calling me baby. Why the sudden?